Конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Преснякова Алина. Мне 9 лет. Город Саранск. Стихотворение. Перемена. Борис Захадер. Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели этот Вова 5 минут назад ни слова доски сказать не мог? Если он, то несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он гляди какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он поставил 3 подножки Ваське, Кольке и Сережке. Прикатился кувырком, на перила сел верхом. Лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил. Сходу дал кому-то сдачи, попросил списать задачи. Словом, сделал все, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова. Бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова, на уроке отдохнем.